наш канал, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Мы продолжаем. Поехали. Катайся на мотике. Британский танк. Не прокачан. Ужас. Еще один ужас. Поехал. Куда-то. А мы что-то затаили. А почему не стоит? А может куда-то бегали? Это не ужас, а кошмар. Вот смогу, кошмар, как звонная. Пятый левел. Сделал статую. Ну, куча маловато. Может, не надо плакать. Может, они как-нибудь сами перебьют друг друга. А мы уже победим тогда. Четверо против троих. Два кошмара. Еще живы. А я их ужас не задал. Почему-то. Трое на трое теперь. Как?
хотя мы близнецы, братья. Они равны, только не равны. Бейте его, бейте! Мы с глаз страшны, но симпатичны. Мы в эфире вместе с его стену, но и... Да, он может не прокачивать. Одно название не так. Было 38. Не мы придумали. Засовывали бой. Там разных уровней. Здесь вот разница. Вводим уровень. Он как обувь. И та убежала. Это хорошо на горло.
на дизайнера Хазуки оказала явное влияние игра Fallout. Хазуки хорошая. Стильная такая, стильная. Ага, тяжелый танк. Едет нас убивать. Такой гонщик. Хочет дать и заработать. Не удалось. Хотел сбить захват. Ну, попали. Было так симпатично. Ну, ладно. И пасмас мы взяли. 99. Одного процесса не хватило. Но несправедливо. Если по 1%. Если успели. До того, как все сидели. Монетизируют наше видео. Мало того, что мы ничего не зарабатываем, так еще и они будут наживаться. Еще бегают тут. Придумали воевать. Нашли бы покупали. В море. Постояли бы на водопадом. Нет, надо обязательно убивать друг друга. Которого симпатичная лобовая броня. Зачем он так сделал? Садись.
Он что, не хочет, чтобы мы фрагом работали? Не хочет, что ли? Он что, жадный? Нехорошо это. Нехорошо. Жадность – это плохо. Заработали. Фараон. Зря я туда подошел, сверху. Здорово все прострелились. Еще и в спину не стрелять мало. Оттуда уже стрелиться отсюда. Не нужно было убегать. А нас тут другого выхода нет. На нас поехали. Тяжелый танк. И потасал. Мама,
он пятого уровня, а мы чуть-чуть случайно четвертого уровня. Можно было, конечно, дергаться, вставать. Но искать и пошлить. Но гореть гораздо симпатичнее. Ни тебе солярки,
ни жженого мяса. Пошли по грибы. Все как-то стесняются.
Или ему что-то. А, очень. Заходите еще, подписывайтесь, чтобы долго у нас не искать. Лайкайте, расшаривайте и комментируйте. До новых встреч на нашем канале.